Даже ребенок в десятилетии, однорукая женщина, здесь она никогда, может, не будет даже. Ну, ничего, ты с ногой, он хромает там что-то. Разве так можно рассуждать? Ты всегда благодари Бога за возможность съесть хлеб в поте лица. Не может, действительно. Когда человек не потеет, он нарушает заповедь Божию. Заповедь, первейшая заповедь. Первейшая заповедь? Потеть. Вот это вот говорит, надо убрать середку. Я не знаю. Вот там чуть-чуть, видите? Я вижу, ну как ее срезать надо чем-то? Чуть-чуть ее на колею, чтобы потом утоптать. Ее срезать чем-то. Вот это вот серединка? Да. Да просто лопатами закидал вот сюда, вот. Во, вот яма здесь. Просто вот сюда сдвинулся. Да, вот. Сейчас люди без пота лица идут. Ну, совершенно ясно. А тут-то яма-то, которая яма Глушкова-то была. Сейчас проедем. А ты видел там? Дорога Глушкова. Там хорошо сделали, да. Смотри, после дождя. Все, говорит, что делает, делает хорошо. Помнишь, я хрестец сказал? Ну, сейчас КамАЗ прошел, интересно, я даже смотри, где яма? Где лужа? Где яма? Сейчас я вспомню, где-то. Ну вон там он. Правее не жмись, левее держись. Там стоки какие, видишь? Да у него 4. Да. Ну вот здесь вот, по-моему, было. Да. Это Игорь приехал с куном, вон сколько он выгреб. Ага. Все, до обеда все было сделано. И лес там вырубили, это все до обеда. Ну, да. Мы уже натренировались тут. Вот сегодня мы выходим пораньше. Там мы уже много сделали до вашего прихода. Мы завтрак переносим все время. То был 8, сейчас 7, а то еще раньше стал. Не, навел будили на 4.40, а в 5.5. Встал в 5.50. Как так? Не слышал, они 5.50. Ну как? Смотрю, будильник 4.40. Как я стал 5.50? Нет, писа приехал. Не слышал? А проезда нет или застрял. Будильник будет. Береза в воде сколько, видишь, как насколько поднялась? Береза-то в воде, она росла на берегу. И, конечно, засохла. Значит, слушайте внимательно. Я батюшку хотел провести, он никак. Он то ли боится прудов этих, то ли еще. Я говорю, а ты же больше всех заботился. Значит, там, у дамбы второго мостика, внизу растут кусты. Из них резать черенки любой толщины. Заострять и вдоль всей дамбу просто втыкать. Ничего не надо. Втыкать и обухом забивать. Весной. И они дадут росток. И они укрепят дамбу. В дамбе ряда в три. Вот так вот оно уже сделано. А то в четыре. Какие-то прирастут. И заранее завести туда немного сена. В дальний конец, где солодка была. Здесь мы оставили две лопаты. Пришли, нету. Спрятали в кусты. А, в кусты. Неужели тут оставили-то? Далеко притом. Всех расспросили. Это одно в Лужковском, Анфима не спрашивали. Сказал подождать, две лопаты забрал. Вот. Что, проедешь туда? Да нет, наверное, говорят, там что-то вчера сломал себе этот. А мне тем более не надо ломать. Ладно. У меня все колом стоит. Давай, посмотрим. Камень. Давай, лежание. Сейчас я... Все, заблокировал. Давай, начало. Наконец, на косточке размяет. Я так и выпухали. Городской туз. Я батюшка благословил его, что ли? Кого? Тихо. Ну я с Украины. Никита. Вон где яма. Давайте помолимся, попросим благословения Божьего. Он вчера здесь что-то сломал. Я кое-что тут ухожу. Вот Господи, благослови наш труд. И сделай полезным и безопасным. Сохрани нас от вредящих истине и делу.
тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Вот это-то уж никак не ожидали, что будет. Это что означает? Здесь камня вообще не было. Означает, рассказывай вам. Внимательно слушай. Вода там, она здесь размягчает. Здесь и там, здесь же камней нет. И все, вот что случается. Надо вот, получается, камни, вот сюда камни положить. Здесь не было. И там нет, видите? И там яма тоже образуется. Подожди, может, просто. И тогда что? Ну что надо, вот подальше сюда камни улаживать еще. Понимаешь, вот это вот место, оно рассчитано было глубже. И вода, а мы сейчас дальше кладем камни, она вода дальше поступает. Смотрите, вот сейчас здесь глубже, здесь, наверное, мне не надо, кажется, не надо трогать. Надо середину убрать, чтобы не цепляли балками. Середину надо стесать. Ну, а вот здесь надо сделать твердое, вот, именно колею. Да это сделать сейчас, ну, для вот, счета. Вот дальше это. Там, говори, руководи тогда. У тебя лучше получится. Что там? Ну сейчас счет говорил, что там делать вот это? Там... Вот это, смотри, вот эти камни все надо выковырять. Все. Выковырять. Ну они все в кедах. Давайте, выковырите, сюда бросьте. У меня дырявые. Все, давайте. Идется мочить. Мочить кед. Так, ладно, давайте, я буду камни кидать. Давайте. Нет, надо сначала выковырить. Лопаты берите. Лопаты свои берите, выковыривайте. Никуда не надо. Надо было взять ломики. Мы вообще не готовы сейчас к этой работе. Только которая по середке, это по колее не брать. По колее не брать, она удавлена конкретно. Да, и вот этот гребень, землю туда выбрасывайте дальше, видите это. Слышь? Выбрасывайте ее на любую сторону. Я так понимаю, вот так вот. Гребень, пройдите вот этот и выбросите. Она еще, вон, тина задерживает воду. А? Тина задерживает воду еще. Ну, тина не задержит воду, чуть-чуть только. Что надо делать? Ну что, ну давай. Что делать? Камушки кидать. Камушки кидать. Потом земля чуть-чуть. Вот жертва, она вниз пойдет. Сверху не перебрал. Пошел. В яму. В эту яму кидать? Да. Только, я думаю, побольше вот этих. Вот эти камни убирать тоже. Да, тоже. Ну вот прям рядом с колесом кидай. Издалека не кидать камни, только вплотную подойти. Надо уложить его. А то дальше потоньше, поменьше камни. Это и должно было быть. Не надо сюда грязь. Я говорю, только сухой. Зачем же грязь-то нам нужна здесь? Камни. Камни просто ровно сложить, а потом сухой землей присыпать и подавить. Ладно. Брат, а Никита, а он тот камень нельзя ли как-то положить, чтобы он более площади лежал? А то у него гребень торчит. Ну, положи его. Поплотнее одному.
дело покажет. Брали когда-то, мы не нашли, не ориентировали. Просто заложили и все. Вот так вот, с Божьей помощью. Дальше тут оно не размокает. Она сверху пойдет. Но надо выложить вот до сих пор. Роман ходит в кроссовках прямо по воде. Выбора нету. Здесь надо пошире взять. Вот так вот. Вот этот дом, смотри, как идет. Это лавина. Это Леша, не пойдет то. Да это да, есть. Роман, тебе можно вон туда грязь кидать, вон. Там вот пройди стену, стену оторви, она хлынет вода. Стену просто выкинь ее куда-то. Там внизу еще хороший камушек. Смотрите, чтобы никакого удара по нему не было. Да что хлынет, оно потом все равно тина здесь. Она сейчас не нужна вам, вода. Ну, вода не нужна, и тина нам не нужна. Не знаю, в конце можно, а сейчас все. Вот хороший, смотри, вот так положи. Сюда колесо. Да. Провалилось и балка. Вот, Сергей, вот этот плоский самый-то. Все, Володя, закрепи. Слава Христу.